Что успел, тот и съел. Заменят ли цифровые технологии живое общение? Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Алина Красильникова. 25 июля в Доме правительства Республики Татарстан состоялось совещание по вопросам организации визита в Татарстан оценочной комиссии ЮНЕСКО для технического обследования астрономических обсерваторий Казанского федерального университета, в частности, астрономической обсерватории имени Энгельгарда. Совещание по вопросам организации визита в Республику Татарстан специалистов ИКОМОС, а также подготовки и развития инфраструктуры астрономических обсерваторий Казанского университета прошло сегодня в Доме правительства Республики Татарстан под руководством главы аппарата Кабинета министров Шамиля Гафарова. В мероприятии принял участие исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. По итогам совещания было принято решение в ближайшее время организовать выезд рабочей группы на территорию астрономической обсерватории имени Энгельгарда с целью анализа текущей готовности объекта и определения потенциала дальнейшего развития его инфраструктуры. 25 июля завершается прием документов на зачисление в Казанский федеральный университет. О том, как это время переживали сотрудники приемной комиссии, узнаете в следующем сюжете. Ежегодно выпускники школ сталкиваются с большим количеством проблем, связанных с подачей документов в разные вузы страны. Помощь со стратегией поступления им оказывают студенты-волонтеры, а также сотрудники приемной комиссии, которые сопровождают абитуриента на протяжении всего пути. Команда Казанского федерального университета ежедневно справляется с большим потоком заявлений и отвечает на все интересующие вопросы поступающих. Абитуриенту она помогает в том случае, скорее, в плане оперативности. Они загрузили все документы, хотят, чтобы они сразу подтвердили, поэтому волонтеры, технические секретари, они немножко сокращают время ожидания студента и, соответственно, его уровень волнения. В Казанском федеральном университете завершается прием документов от поступающих на обучение по результатам ЕГЭ, в том числе от поступающих без вступительных испытаний. Это последний момент, когда школьники могут определиться с направлением бакалавриата или специалитета. У абитуриентов есть два пути подачи документов – через систему Казанского федерального университета и госуслуги. Это обязывает сотрудников приемной комиссии отслеживать эти площадки, тщательно проверять все анкеты, поступившие на портал университета. День всех связанных с приемной комиссией начинается с того, что мы очень внимательно проверяем все анкеты, поступившие на портал университета, анкеты, поступившие на портал госуслуг, сводим их воедино, чтобы ни одна анкета не осталась без внимания или не осталась необработанной. С 8:30 до 6 вечера мраморный зал по адресу Кремлевская, 35, переполнен абитуриентами, которые хотят подать документы в Казанский федеральный университет. В этом им помогают студенты-волонтеры. На время летней практики они становятся представителями своих институтов и работают с будущими студентами. Приходишь, и твоя задача состоит в работе с документами, в их приеме, в их обработке. В этом году немножко процедура приема документов с точки зрения технического секретаря, она изменена. Мы проверяем документы, чтобы не было каких-то технических ошибок, чтобы они правильно заполнили все данные. А студенты уже сами в личном кабинете прикрепляют свои документы, ну и мы им помогаем в любом вопросе, в любом волнении, которое у них возникает. Для поступающих, претендующих на бюджетную форму обучения, прием документов заканчивается 25 июля. У абитуриентов-контрактников еще есть время до 19 августа. Приказы о зачислении будут обнародованы в конце июля, начале августа. Так, 30 июля выйдет приказ о зачислении абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний и поступающих на места в пределах квот. А 9 августа основной приказ о зачислении на бюджетные места. Алина Красильникова, Никита Акиньшин, Универ Ньюс. Директор Института общественных стратегий Сколково Андрей Волков посетил Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета. О целях визита и подробностях встречи далее в сюжете. 22 июля директор Института общественных стратегий Сколково Андрей Волков в рамках ознакомления с инфраструктурой Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета посетил объекты индустриального партнера публичного акционерного общества КАМАЗ. Также российский ученый ознакомился и с инжиниринговым центром, где специалисты Казанского федерального университета рассказали о формировании собственной модели инженерного образования с учетом возможностей и преимуществ классического университета. На встрече присутствовал директор Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета Махмуд Ганиев, проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета Марат Сафиулин и представители ПАО «КамАЗ» в лице заместителя генерального директора Жанны Халиулиной. Казанский федеральный университет, я знаю,
очень давно, очень часто там бываю, мы знакомы много-много лет, с удовольствием слежу за его успехами, иногда критикуем друг друга. Но вот эта кооперация между одним из самых передовых инженерных предприятий страны, я имею в виду КАМАЗ, и Федеральным университетом, она, мне кажется, очень многообещающая. И в области передовых инженерных школ мы, надеюсь, получим новые решения. В рамках программы визита также была организована презентация по вопросам стратегии развития передовой инженерной школы на ближайшие 5 лет. Прошло ознакомление с формируемой управленческой командой проекта, ключевыми технологиями и продуктами, которые планируется создать до 2030 года с учетом решения задач ускоренного импортозамещения, импортоопережения и технологического суверенитета. Директор Института общественных стратегий Сколково подчеркнул, что в условиях нынешнего времени ключевую роль играет внедрение новых форм в образовательную деятельность. И, например, в мере накопленного опыта и тесного взаимодействия вуза с ПАО «КамАЗ» руководитель Сколково отметил, что хороший плацдарм – это уже половина успеха при подготовке инженеров будущего. Я считаю, что нужно совершенно по-новому посмотреть на организацию инженерной подготовки. Так, чтобы безболезненно и интересно для людей КамАЗа вовлечь самых тонких интересных специалистов в работу с Федеральным университетом. Это непростая задача, она не решается механически. Но здесь для этого есть все предпосылки. И поэтому я считаю, что вот эта кооперация может дать очень интересный импульс. Андрей Волков подчеркнул, что в современных условиях ключевую роль играет четкое понимание и фокусировка на ключевых новых компетенциях, которые будут формировать принципиально новый образовательный, исследовательский и технологический уклад, обеспечивающий устойчивую международную конкурентоспособность отечественной экономики. Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета. Карина Саяхова, Универньюз. Представители Казанского федерального университета посещают Республики Казахстан и Узбекистан с рабочим визитом. 22 и 23 июля проректор по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев и советник при ректорате по взаимодействию со странами Центральной Азии Рашид Азимов посетили города Алма-Ата и Шымкент. Ключевой целью визита стало обсуждение векторов сотрудничества. QR-коды заменяют продавцов и официантов. Как кафе и магазины самообслуживания захватывают рынок? Раскроем внутреннюю кухню в следующем сюжете. Сетевые кафе и магазины по всему миру присоединяются к гонке технологий. Сегодня немногие удивятся кассам самообслуживания и вендинговым автоматам. Но Amazon, Пятерочка и другие ритейлеры пытаются настолько автоматизировать работу торговых точек, что у них почти нет обслуживающего персонала. Мы находимся в бизнес-центре IT-парк в Казани, где в апреле 2020 года был открыт магазин самообслуживания. В нем нет не только людей, но и касс, а войти в магазин можно с помощью специального приложения. Формат магазина непривычный. Чтобы разобраться, как работает торговая точка, придется потратить несколько минут. Технологии компьютерного зрения распознают, какие товары взял покупатель. А оплатить их можно, привязав к аккаунту банковскую карту или пополнив счет в приложении. Сейчас таких магазинов уже несколько. Все они были открыты в рамках проекта «Цифровая деревня». А в 2020 году его автор, аспирант Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского университета и уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта в Республике Татарстан Булат Замалиев, попал в список самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. В торговой точке, около которой мы сейчас находимся, продукцию отслеживают камеры. Что именно и сколько взял человек? Насколько сложно обучить этому искусственный интеллект? Довольно-таки непросто, то есть тут нельзя сказать, что лишь искусственный интеллект, да, задействован для решения этой проблемы. Если мы делаем магазин без продавцов, это накладывает определенные барьеры, ограничения. Ну, нам требуется, например, мобильное приложение. Но есть форматы магазина, вот в формате, там, не знаю, магазина у дома, да, где человек хочет там, без карточки какой-либо, без приложения, просто там, без ничего зайти в магазин, взять товары, там, да, расплатиться наличкой и уйти. Вот это довольно-таки непросто, да, то есть здесь еще есть работа определенная, а другие форматы, они уже готовы, наверное, к такой промышленной эксплуатации. Плюсы точек самообслуживания очевидны. Клиент может не контактировать с продавцом или официантом, а из-за отсутствия персонала на рабочем месте не возникают очереди. Владелец может полностью отказаться от кассиров и части других сотрудников. Не значит ли это, что будущее, в котором технологии вытесняют обслуживающий персонал, уже наступило? Стоимость живого труда постоянно растет.
постоянно растут требования к условиям труда, требования к квалификации работников, особенно в розничной торговле, особенно если это связано, скажем, с продовольствием, есть требования по там, медицинским книжкам и прочее, и прочее. Сейчас есть требования антиковидные, то есть содержание в рамках бизнеса большого количества персонала, это очень дорого и становится со временем дороже и дороже. Розничная торговля будет, естественно, переходить на новые технологии. Я не думаю, что все магазины станут абсолютно бесконтактными, абсолютно безлюдными, но количество людей, задействованных в розничной торговле, скорее всего, будет неуклонно снижаться. Сдаться технологиям или возглавить их? Каждый человек решает этот вопрос по-своему. Известно одно – в двигателе прогресса достаточно топлива, чтобы тянуть за собой мировое сообщество. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошло совещание под председательством директора государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Ревката Миниханова по участию вузов Республики Татарстан в конкурсе «Студенческий стартап». На встрече обсуждалась концепция развития университетских стартап-студий в целях предоставления фондам инфраструктурных и образовательных программ в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». В этом году на реализацию идей молодежи из федерального бюджета был выделен 1 миллион. Рублей. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!